Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое? Нет. Ну, конечно же, можно. Конечно, можно. Привет, друг, с вами Дематерик Скул. Прямо сейчас мы отправимся в декабрь 2022 года в город Сочи, где мы снимали юбилейное видео в честь 1000 подписчиков на Рутубе. Но так как мы ушли оттуда, то пришло время показать вам, что же там происходило. Так, короче, стартуем. Данила, ну-ка, давай сразу. Бам, бам. Данила просто статическая горилла, офигенно, слушай. Чё, Даня, иди сюда. Ты вообще знаешь, что мы снимаем? Штаны? Почти. Сейчас я тебе покажу, если найду. Тренировку. На изи. Ответочка от Максима! Он еще не размятый, вроде бы. Смотри-ка, сразу. Бам! Ну-ка, ну! Капец! Просто Максим сразу, почти не размятый, залетел. Ответка от Данилы. Даня, как обычно, просто как обычно нагружает свои стояки. Так. Просто со статики сразу же начинаем разрывать. Все, бесконечная съемка началась. Ну, мощный, да, Даня? Стасян уже разгоняется. Так, короче, все, дальше сразу же летим. Опять Данила, блин, с этими стойками. Они мне, конечно, нравятся, но не в таком количестве, наверное, да? Мы что снимаем сегодня? Да сегодня будут мои мега лютые элементы. Я, наверное, умру, но это будет скайп. Окей. Уф, уф. Хорош, все. Да. Бам. Все, Стасян просто уже летает на самом-то деле. Он скучал по этой тренировке. Он очень ждал. Мне вообще понравилась фраза Стасяна, говорит, я устал. Я говорю, что ты устал? Я устал ждать тренировки. Ну, блин, скоро поедем. И наконец-то мы здесь просто вот снимаем вот такую жесть. Надо мне сделать. Блин, да, если столько на одной, я пошел. Кого поснимать? О! А что, в этот раз фиксанул все-таки, да? Я всегда фиксирую. На этом моменте я хочу поделиться личной историей, которая произошла со мной недавно. В моменте, когда мы ездили в лагерь с нашими ребятами, я утопил свой iPhone 12 Pro Max. Случилось это по максимальной глупости, а именно во время подводной съемки. Разумеется, мне нужна была достойная замена, на которую срочно требовались деньги. И часть этой суммы я смог поднять с помощью одной мощнейшей игры на сайте Lucky Duck, а именно Crash. Суть ее заключается в том, что пока ракета летит, она поднимает коэффициент. Тем самым можно получить на выходе хорошую сумму, если, конечно, успеешь забрать выигрыш до того, как ракета взорвется.
Давайте вместе попробуем, чтобы еще немного отбить свой новый телефон. Для прогрева поставим 100 рублей. Это было слишком легко. Итак, теперь же я ставлю 1000 рублей и жду коэффициент в 2х, после чего забираю. Кстати, пока ракета взлетает, хочу сказать, что у Lucky Duck все исходы генерируются заранее, а значит никакого обмана не будет. А тем временем мы уже подняли в сумме 1000 рублей и можем без проблем это все вывести. Для этого необходимо лишь ввести свои реквизиты, после чего ставим на вывод. Готово. В закрепленном комментарии ты найдешь ссылку на проект, по которой сможешь получить 10 рублей на счет при регистрации. Кстати, внутри еще много различных бонусов, ну а мы продолжаем. Вы знаете, если сейчас взять штучку для давления мерения, померить мне давление, у меня будет 200 на 120. И это не шутка сейчас. Но я еще хочу что-нибудь сделать. Да, надо какой-то элемент офигевший на самом-то деле, который ты не делал, в идеале. Не делал. В идеале. Ну думай. Я-то придумаю, тебе не понравится. Ну ты скажи, может что-нибудь все-таки. Я бы сейчас трехи подумал. Сначала ткач. Это твердый турник, ё-моё. Ну ладно, а потом... Чтобы вы понимали, Максон вообще космических размеров. А что это Станислав Андреевич делает? Ну-ка. Офигеть. Зацеп? Да. Ну-ка, трешка, пятерка, икс-вылетка. Делай. Гимберка. Нифига, Даля, смотри-ка ты. Станислав теперь, короче, ты. Так, ну-ка. Не, Дань, слышишь, на самом деле с тобой надо поразгонять насчет того, что ты будешь сегодня делать, потому что сегодня надо... Сейчас, юбилей... кое-что будет. Че ты? Че так, делать? Что-то будет. Который ты не умеешь, надо элемент, понял? Давай, че? Так, из динамики, давай, кинга, слышь, Дань? А че? Так, с разминка от Максона уже подъехала. Мы знаем, как он любит пантеру. Типа, вот она воплоти сразу же. И вот... Пес просто вообще четко. И это все по сути разминка. Мы можем долго на этом турнике не выдержать, потому что сцепление прям очень мощное, и мозоли могут сорваться. Мы будем подтирать его маленько, чтобы не срывали мозоли. Вытирать. Стирать. Давай. Я ожидал многого, но только не это, капец. Ну слушайте, это жестко, однако. Парень, ты кто вообще? Это как так? Офигеть вообще. Просто, сочинский Рамазан. Просто да, где-то там, знаешь, в пещере прятался, выжил, и вот он просто вообще тащит какой-то дикий. Офигеть вообще. Вот вы жесткие статики, я скажу, красавчик. После работы, пацан. После работы? Да, чисто после работки вышел. Опа, семерой попахивает. Это контроль накручу. Даню не может. Дразни, а то он опять сейчас спустя 2 года. Да может быть, возьмем. Ну, не, Дань, слышишь, давай и так чисто по приколу. На каждом юбилее же бросаем попытки на себя. Ну, 5 можно, короче. Опа. Вот, ну, просто красиво, вы посмотрите. Максон чисто за стилек такой офигевший. Хороший? Сейчас постараюсь чисто сделать. Давай. Да. Постараюсь. Ой-ой-ой, Максон, давай, пошел! Ам, хорош! Офигеть, просто вообще! Чисто сочинская статика, бешеная какая-то. Давай-давай! Это было близко, ладно, окей.
Это было прям неожиданно, что это произошло. У нас уже есть для вас такая мини-жестокость. Смотрите, я и Настя сегодня будем кто зарубаться, кто быстрее выучит паундроп солнышко. Нифига. Нормально, уровень. Скажи, вот это уже юбилейные элементы подъехали. Данила. Нормально? Данила, не хочешь ли палм солнышко попробовать за компанию? Стасян. Так. Ой-ой-ой. Давай, Стасян, нагружай. Ай-яй-яй, давай еще, давай. Делай. Стасян. Стасян, чисто по привычке уже две вертикали, да, проходишь? Да. Хотя здесь никто с тебя... Не, я просто понимаю, что если один раз сделаю, скучно будет. Давай, Максон, тащи. А, я так понимаю, это да, добивает... Опа, красавчик! Вот это прям вообще хорошо было! Ну почти! Еще хочу в супероли сделать после фула сразу суперольку и в ткача. Только я вот не знаю, когда это видео будет. Это видео раньше выйдет, чемпионат России или позже, но я травмировал плечо именно в этом положении. Пока что не знаю. Нас эти протестить. Дроп пробует. Начинаем с малого. Сначала просто палондроп. Окей. Давай, Настя, тащи. Прям четко, вообще. Ё-моё. Вы это видели? Просто капец, как по маслу залетело. Давай, тащи под бит. Даня, лучший просто. Знаете, что я хочу пробовать? Никогда не пробовал выход ангела на прямых руках. О, нифига, я такого живого вообще не видел. Знаешь, почему я егер не могу сделать? Я привык в нашем зале, короче, когда делаешь. О, капец, он вообще сейчас, Дань, опять всех. Охренеть просто, Дань, короче, слов нет вообще. В нашем зале, когда я делаю секс-вылет в вымах ногами, я где-то миллиметров 5 от потолка ноги отстаю. И, короче, а тут я не понимаю, докуда мне ноги нести надо. Смотрим. Давай. Че, как по ощущениям? Реально? Просто пока что ступор, но я думаю, что реально надо еще пару попыток сделать. Давай. Чтобы связки привыкли. Я смотрел, как это делает Тони Гаст, и там важно набрать амплитуду. То есть важно быстро войти в ласточку и резко вот это движение сделать. Если я сейчас технически освою вот это движение, то я думаю, что нормально, легко сделаю. Ну сюда новый элемент на царевых, потом в будущем тоже. И да, новый элемент сейчас на юбилее. Офигеть, давай. А, Максон, тащи. Так, у него жесткий бив с принцом, и он сейчас его вывез, красавчик. И сразу, бам. Окей. Так, давайте, настало время заценить мою попытку паундропа. Надо, чтобы было уверенно, максимально. Главное не в щель, давай. Так, ага. Го! Делай! Эй! Да я помню, да, что это изи. Госпожа Очко? Не, я сделаем, поборем это. Страшно пока что. Данила, че ты пришел? Так, Данька пошел. Попозже, Данька, чуть-чуть. Давай, ну-ка. Нет, Дань, давай еще выше вымахни. Ты че угораешь, да? Завязывай. Тащи, Максон, давай. Надо больше рывка набрать, больше. Надо порезче в ласточку войти и потом... Еще чуть-чуть. Это вообще просто першины элемент, его по-любому надо сделать. Еще чуть-чуть. Так, Киря пошел все так же с палмом разбираться. Я думаю, что это более чем реально. Реально? Да. Окей. Поворот. Все будет. Давай за себя пошу. Так. Опа. Ой, блин, близко.
близко, близко, Станислав. Капец, а там амплитуды можно наугарать. Я просто широко взял, я не хотел делать, потому что я думаю, плохо будет. Не, четко, четко, может там что-то выдумывают еще. Главное, потом какие-то цели набрать. Ничего себе. Капец, да? Ну это очень страшно. Что, давай? А? Вот это вот. База. База. Я это делал, знаешь, когда? В 21 году. Когда меня загадывали. Когда у меня еще яички вот такие вот были, я боялся всего, я сделал. Сейчас точно испугаюсь. Понятно. Так, так. Слушайте, неплохая вроде локация здесь. Красавчик, давай. Есть. Ой, блин, прям так хорошо шел. Ну ладно. Окей, дальше разгоняем. Что-то будет получаться определенно. Кири уже готов вроде бы, да? Сейчас будем пробовать, да, солнышко уже. Я уже солнышко делала. На спину падала. Настя что-то бурагозит. Что-то будет жестко сейчас, походу. Ну давай. Я пока применяюсь. Так, ну короче, тут это как бы уже вот так вот. Эх, я прям уже прям... Ух, капец, вообще просто так жестко падает. Ну, знаете, вот компьютерная графика, там какая-то вот такая кривая просто, шлёп просто распластала. Окей? Okay? Это очень страшно. Я представляю, поэтому я снимаю. Давай, погнали. Так. Так. Ты главное не ломайся, Кирюх, плечевом. Иначе сломаться в жизни можно, понял, да? Да. Как говорится, запомните, а потом напомните. Так, окей. Запомните, не вспоминайте. Давай, давай. А, блин, я не понимаю, просто ступор. Просто ступор. Там же, блин, тема в рычаге, насколько я понимаю, как-то надо просто, чтобы тебя завалило назад. И вот надо просто как-то развесить. Ну я посмотрел, я технически немножко не то делаю. Я в ласточку не до конца захожу и слишком широко берусь. А если поуже взять? Попробуй сейчас. Я еще примерюсь. А ты что дальше ждешь? Бит. Бит? Капец, тут такие можно падения вообще в трейлер вставлять. Ну давай, погнали. Бам, бам. Бам. Ой, капец. Мне кажется, сегодня мы поедем домой на скорой вообще. Киря, ты не бессмертный, помни это. Вы бы видели его лицо, я смотрю в телефон, я вообще не вижу его пытку. И просто, у меня взгляд сюда, и у Кири лицо такое, он приземляется и смотрит на меня. Кто-то сегодня... Очень страшно. Не, нельзя умирать, давай, соберись. Данила! Надо брать. Что? Слушай, Дань, давай долго не циклиться и постараться взять его сразу, давай. Данил, что будет? Данил! Давай! Ну что, не взял, парня? Ты че, угораешь? Бом! Нифига, как фиксанул, хорош! Прям четко залетел. Даня, ё-моё, Даня! Я посмотрел, еще раз, как он делает. Он просто, он жестко сначала выворачивает, даже голову вниз выводит, а потом бум наверх. Сейчас попробуем. Давай, давай. Давай, давай, пошел, пошел. Не будет, Максим, сегодня не будет. Давай, тяни, тяни, тяни. О, резко, давай, давай. Хорош, офигеть, просто вообще. Царь залетел. Главное просто разобрать технику, это очень легко было. Просто Максон пошел. Это вообще, это прям легкотня. Ну я заметил, что ты знаешь, я не ожидал. Короче, а потом резко раскрылся. А я, знаешь, я начинаю делать и такой, блядь, что-то не то делаю, что-то технически не то. Выхожу и такой, не, ступор. И выхожу, в смысле, и я уже в упоре, я такой, ни хрена себе. Капец вообще, Стасян, давай, давай. Так, ну Стасян сейчас, походу, жестко здесь накрутится, еще и с Егером. Бам, бам. Ой-ой-ой, красавчик, Стасян, это прям так четко было. Жестко! Ай! Вот это уже разгон пошел, вот это уровень. Ну все. Ну все, пора. Ножку хочу и начну это, бэк либо контрол-зе пробовать. Изначально, когда я сделал, это было такой долей скептицизма. Сейчас, когда мы знаем то, что мы умеем, вот с этими мыслями, сейчас сделаю еще раз. Погнали, погнали. Блин, ну такой настрой просто офигенно. Смотрите вообще, что просто может Максон.
Пошел. Давай! Капец, вот это вот уже, я тебе скажу, Макс, вообще офигенно было. Ну-ка, давай. Макс, ты что творишь вообще? Он просто уже как выходы на количество это делает. Ё-моё. Ну я мокрый. Но, блин, сейчас уже технически уже по-другому, да? Потому что первый раз я реально я не понял, что я сделал. Сейчас я понял. Капец, ну это уровень, короче, друзья. Я понимаю, что это... Может быть, кажется, что что-то там где-то... А я считал этот элемент очень опасным, я именно поэтому его не пробовал, потому что думал, что тут очень жестко натягиваются сухожилия и можно порвать. А по итогу, ну я не чувствую сейчас опасности, поэтому, в принципе, вполне можно юзать на соревнованиях. Лично для меня легко, как вы знаете, скорее всего, за то, что я жестко тащу в принцах и в ангелах. А для вас, как бы, не знаю, для кого как. Так, все, сейчас я 100% хочу вкрутить, прям я рискну, я увидел, попытка очень перспективная. Сейчас буду бороть себя. Больше, наверное, сказать нечего, все, рискуем. Давай, разноси. Так. Машина просто. Бам! Жестко. Офигеть. Ты готов? Да, я готов. О, сейчас что будет, давай. Пошел. Давай, тащи. Группа, давай. База! Офигеть! Это так жестко было и так легко! Это было очень хорошо. Капец! Надо разносить по-любому. Давай, не языком работай, что-нибудь нормально. Давай делать уже что-нибудь из того, что мы не делали. Сейчас забабахаю. Из того, что мы не делали, я не умею. Офигеть! Ну просто так, между делом. Вот статику буду показывать. Потому что вот этот парень что-то вообще... Кумкват зацеп, Даня. Пробуй. Все-таки помимо силы есть достаточно сильная техническая составляющая. Я хочу сейчас завершить этот элемент тем, надеюсь, получится. Максимально плавно его сделать, то есть без вот этого рывкового движения. Хоть там и нет, как бы разгиба и так далее. Но тем не менее, я хочу постараться максимально за счет силы вытянуть себя наверх. Но именно так же технически, оставив то, что я, за счет чего я и сделал. Давай. Сейчас посмотрим, может быть, вы словами на что-то там недопоняли. На 5 минут, сейчас сделаю за 5 секунд. Да, давай. Сейчас дели, просто посмотрите, что Максон имел в виду. И сделал ли он то, что хотел. Так. Давай. Капец. Вот это было чисто. Это вообще. Так медленно, так четко. Он просто, говорю, он просто угорает уже вот так вот, чисто комбинациями силовыми. Оно. Все, офигеть. Можем заканчивать. Ну все, сейчас походу на динамику Максон стрельнет. Дань, последняя попытка. Давай. Просто, Дань, держи в талу. Если хочешь взять. Вот она, Данил, пойдем вперед! Собака. Дань, ты хоть мозоль не сорвал? Руку отбил. Так и знал. Я думал, что сорвал. Я в натуре, у меня прям дернулось. А я сорвал. Такой турник, аккуратно надо. Это могла быть реклама адреналина. Но у нас ее нет, поэтому смотрим на Максона. Бум! Без красавчик! Даня, у тебя как с подъемом двумя? Четко делаешь? Все, тогда чисто вызов для Дани. Магнезию, пожалуйста, мне. Я даже знаю, что сейчас сделаю. Я догадываюсь, я Дани вызов кидаю. Кидаю, все, в прямом эфире. Кидается Дани вызов. Чья-то лучше, окей. Я догадываюсь. Ты должен это сделать. Ну давай посмотрю. Ноги вроде зацепят. Ну-ка. О, капец, Даня! Ладно. Вот это... Блин! Ладно. Вот это я понимаю, вызов хороший, да? Вы посмотрите, юбилей, вызов. Сейчас, я не знаю, что трансформацию по пути снять и просто нереально легендарный контент. Что? Там прям сильно вверх надо, Даня, прям вот... Как сам думаешь? А я тут слышал, как вы кричите от простого залета в фулл горизонт. Хочу усложнить. Давай. Ну-ка.
Он хочет, чтобы я в обморок упал. Давай, погнали. Сейчас, Саня, покажу, какой самолет налет. Так-с. Ну-ка. Бо! А, сейчас. Давай. Мы ничего не видели. Это вырезай, это не надо. Далее, мы ничего не видели. Почему? Это же не надо, выйдите по камеру. Полетели. Надо же показать, что... Тащи. Окей. Бо! Руку не убрал. Да. Я думал, мало ли, может, так и надо. Ладно, нет, это я уже сегодня делал, поэтому давайте с верхних хватов. Окей. Сейчас вы поймете, о чем речь. О, прям вообще спокойно. Типа это вообще, это просто... Человек, который просто разрывал в этом сезоне, на секундочку, и поэтому, посмотрите, он же просто новые элементы комбинирует сразу же. Офигеть. Надо что-то из динамики сегодня. По-любому что-то научиться тебе, Максим. Надо будет разнос. Я хочу попробовать сегодня. Страшно. Кинь 540. Это будет вообще офигенно. Потому что так... Страшно. Попробуем накидать попытки. А скалап ты вроде делал или нет? Да, с упора я делал. Но с луны страшно. Это все-таки с полета. Это прям будет жестко. Так, Даня, давай. А кто сейчас? Даня? Вот, я, да. Давай. Я чуть даже отойду ради такого контента. Так, тут Санек еще, вы смотрите, подлетел так внезапно, в моменте, сразу же. Блин, Данила, ну что такое? Окей, Стасян просто так интригующе посмотрел на меня. Искра, буря, бэк зацеп почти. Очень плохо. Давай, ставим в ноги, паундроп, солнышко. Так. Бам! Четко вообще. Замусолил. Ладно, Данила, давай. Ну-ка, Даня, пошел. Блин, хотя бы до... Слышь, Дань, до упора доведи. То есть, слышишь? Даня, блин. Давай хотя бы в упор зайдем. А с упор уже в отдельный уровень. Хотя бы. Так, тем временем Стасян повторит, надеюсь, элемент, который я снимал год назад. Еще надо, да? Давай, Стасян. Пора повторить его в честь 1000 подписчиков на YouTube. Серьезно? Да. Юбилей. Ладно. Попробуем. Красавчик. Давай, Дэн, тащи. Фу, из фула сразу в мускулап. Блин, это было бы жестко. Опа. Короче, чтобы понимали, попытки Кинга от Максона. Погнали. Попытки Кинга от Кинга. Давай. Что-то я перепутал, наверное. Или не перепутал. Ну-ка. Опа. Я думаю, Максон пахнет вообще жареным. Прям можно. Магнезия надо. Хочешь. Хочу, короче, сегодня баундроп попробовать сделать. Что думаешь вообще? Ты не умеешь? Я его ни разу не делал на турнике. Делал в поролоновую яму на батутке, но на турнике ни разу не делал. Давай при стрелке посмотрим. Ну я делал вот здесь, можешь посмотреть. Давай. Ну если Даня будет стоять, то сделаешь наверняка. Как я убил Сашу? Я чувствую... Проблема в турнике. Но у меня мозоли очень крепкие. Могут нормально продержаться все равно. В тот день мы наснимали крайне много всего, поэтому если интересно продолжение, то напишите об этом в комментариях. А с вами были Дематерик Скул, всем прогресса, пока!